Друзья мои, за свою жизнь мы приобретаем опыт, вырабатываем некие динамические стереотипы, привычки, вот условные рефлексы, основанные и на инстинктивных рефлексах. И вырабатывая эти привычки, как бы заставляют нас действовать так, как заложено в этих привычках. Оказывается, мы являемся заложниками наших привычек. Мало того, что привычек, у нас есть еще ложные убеждения, которые нам заложила культура мистического, эзотерического, парапсихологического плана, и мы являемся заложниками этих убеждений. Так вы заложники своих привычек, привычка свыше нам дана, и своих ложных убеждений. Вам не нравится так жить? Подписывайтесь на мой канал.